Что касается Витебской области, я определился на вашей кандидатуре, потому что вы знаете село. И там сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством. И самое главное, не ошибиться. Вот те интеграционные структуры, чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе там объединяются в эти структуры. Поэтому хотелось, чтобы вы уже, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему, и в ближайшее время мы ее должны рассмотреть, потому что Шерстнев Николай Николаевич несколько раз обращался ко мне и просил, чтобы мы не задерживали и дали ответ, да или нет. Поэтому вот с корабля на бал надо будет заниматься и этим вопросом. Ну, естественно, опыт у вас есть, надо посмотреть на работу руководителей, и в этом плане вам надо посоветоваться и с другими помощниками, которые сегодня работают, они много подскажут, в каком направлении двигаться.